Друзья, ставайте спонсорами канала, ставьте в лайки, пишите комментарии, подписывайтесь обязательно, Переможемо разом. Всі пожежники та комунальники Зорська, ну майже всі на війні в Україні. Немає кому ліквідовувати наслідки негоди. Москва кинула регіон сотні загиблих, але в першу чергу Путін наказав рятувати військове майно та залишки військових регіону. А тільки тоді цивільних у соцмережах з'явилися нові відео Зорська Оренбурзької області РФ, затопленого внаслідок прориву дамби. На оприлюднених кадрах росіяни коментують наслідки катастрофи, жертвами якої, за офіційними даними, стали три людини. Та нарікаючи, вода може продовжити прибу. Увати, буде далі прибувати чи ні, не зрозуміло. Вона просто тут набралася. Переливається он через рейки і починає топити городню долину. Скоро неймовірніше, це все буде затоплено. Весь Урал буде тут. Прогнозують місцеві мешканці. Зі свого боку українці пов'язують цю техногенну катастрофу з кармою, пригадуючи росіянам їхній теракт на Каховській гідроелектростанції. А тепер прямою мовою до росіян, до яких уже починає доходити, Дамбу своєю бездіяльністю підірвав Путін. Генерал-лейтенант ВСРФ в отставке Юрий Неткачев открыто заявил, что Россия не потянет затяжную войну с Украиной, за лише мовою оригиналу, а бы россияны хоть раз почули правду. В российские СМИ начала пробиваться частичная правда о войне с Украиной. Генерал заявил, что ВСУ под руководством заложного способна разгромить РФ. Мясорубка Подавдеевка этому подтверждение. Генерал-лейтенант ВСРФ в отставке Юрий Неткачев предупредил Кремль, что затягивание конфликта приведет к истощению РФ. Глава генерала были приведены российской независимой газетой. Статья была срочно удалена, однако копия сохранилась в кэше на серверах Google. Сама статья была посвящена тому, что война на Донбассе переходит в затяжную форму. Неткачев, комментируя происходящее, предупредил, что эта история ничем хорошим для России не закончится. «Россия надеется только на собственные военные и материальные ресурсы, которые не безграничны. Затяжные боевые действия истощают Россию», – заявил российский генерал. Он призывает Москву срочно договариваться с Украиной о мире, пока не стало поздно. Надо усилить дипломатические меры, чтобы посадить Киев за стол переговоров», – сказал Неткачев. Можно предположить, что в данном случае генерал-лейтенант стал голосом российского генштаба, который прекрасно осознает, что война проиграна. Напрямую доложить Кремлю об этом военное командование России, очевидно, не в состоянии ищет окольные пути. Откровение Неткачева прокомментировал в Твиттер политолог Андрей Пиантковский. Он считает это доказательством поражения России. Признание генерал генерала имперца Неткачева открывает миру глаза на тот великий подвиг, который ценой огромной крови совершает Украина. Она уже переломила хребет армии захватчиков, написал политолог. Он призывает Америку оснастить Украину более мощным вооружением, чтобы покончить с российской агрессией. До встречи, друзья! Ставайте спонсорами каналу, ставьте в подобайки, пишите комментарии и подписывайтесь обовязково. Переможем разом!